Смотрите, главное вот с этим усиком очень аккуратненько, потому что они ломаются, и фиксация тогда, качественная фиксация вот этой трубочки, ее просто не будет. Она будет у вас постоянно выпадать, и за это будут проблемы. Сейчас мы эту трубочку аккуратненько упакуем в пакетик, чтобы не испачкать ничего. Свечи накаливания надо выкручивать очень-очень аккуратно, потому что они обламываются, и вот этот сердечник остается там внутри. И здесь только сверлить головку, поэтому, ребята, будьте осторожны. Вот тут такая вот красота под теплообменником в виде какого-то барахла. Какой-то герметик, похоже, был серый. Судя по всему, непонятно для чего. Будем смотреть дальше. Саленчик у нас течет. В общем, как я уже и говорил, у нас ролик обводной не оригинал. ГРМ не оригинал. Ремень. Тут есть маркировка, что это Contitech Great Wall Motors. Но я очень сомневаюсь. В общем, по ролику, как и говорим, уфил полнейший, даже ни номера, ничего нету. И звук уже такой. Хотя пробег небольшой. Ремень тоже, короче, фигня какая-то. Хотя не имеет маркировки Contitech, ГВМ, все дела. Хотя видно, что криво, все это нанесено криво, поэтому, естественно, качество этого ремня под сильным большим вопросом. По состоянию внутренних частей. В целом все очень даже хорошо. Кулачки без видимых повреждений, грязи и прочего пока не обнаружено. Идем дальше. А, вот здесь на постели задиры. Здесь на постели задиры. Сейчас посмотрим. Здесь вот, конечно, выработка есть.
буду прокладывать. Смотрите, закос под оригинал, а-ля QR-код. И вот это вот все смазанное. Но это, в общем, подделка опять. Ребят, смотрите, для сравнения. Да, вот это нижнее, это оригинал. Вот это верхнее, не оригинал. Во-первых, отличие идет у нас. Неровность нанесения шрифта. Раз. Размер QR-кода. И они здесь замазали, я так понимаю, это на Алиэкспрессе, чтобы продавать можно было. По блоку. Значит, здесь они его, похоже, медной смазочкой мазали за каким-то. Вот. Здесь вот все прорывало вот сюда, похоже, газы. Здесь вот этот канал был закоксован. Пленочкой такой тоненькой. Ну и по поршневой. Поршня так погуливает, да. Вот это тут нормальный. Но хотя тоже погуливает. Так. Вот она, видимо, антифриз был. Или масло. Не, масло. Вот она лопала. Прям. Здесь еще более-менее. Хотя вот здесь вот уже изношенные колечки. По цилиндру. Еще даже, в принципе, хон остался. Прихватов. Ну, тут есть такой небольшой. Но это не серьезно. Задиров. Задиров я здесь не вижу. Сейчас посмотрим остальные. Здесь у нас, ну, критичного я ничего не вижу, на самом деле. Критичного ничего не вижу. Бывали похуже моторы. Нормально, отремонтируем. Гильзовать не будем, я думаю, так хренинговку обновим. Масло вот в третьем цилиндре, в третьем, четвертом прилично сюда попадало. Эти поршня чистые относительно. Относительно друг друга. Маслоприемники у нас тут какая-то фигня. Стружка металлическая с перемешку с герметиком, кстати. Что-то мягкое. Не знаю, получится увидеть, нет, но тут в поддоне маленько фольга. Будем сейчас разбираться. Фольга, следы герметика. Не знаю, будем дальше смотреть. Так, что у нас с вкладышами? Это у нас нижние вкладыши коленвала, которые крепятся на постель. Ну, здесь уже, конечно, человек, скажем так, вовремя приехал, вкладыши начали рассыпаться. Позвонил хозяину, спросил, не было ли у него такого, что он пропускал уровень масла. Он сказал, что единожды, да, у него был такой случай, он ехал в Астрахань и что-то как-то не задумывался по поводу уровня масла, проверял, в принципе, уровень масла раз в месяц. Вот ехал в Астрахань и... Приехав туда, решил посмотреть уровень масла, а масла-то и нету. Ну, вот этого вполне себе достаточно, чтобы произошла вот такая кака. Вот. Ну и так как это у нас нижние вкладыши, они у нас более нагруженные, естественно, износ на них более ярко выражен. Это у нас верхние. Ну, по верхним здесь все худо-бедно нормально, хотя тоже вот уже какие-то следы начали появляться, но ничего критичного. По полукольцам, полукольца, конечно, ну, имеют свою выработку, хотя вот здесь вот очень даже много. Это, в принципе, более-менее. Ну, естественно, мы эти полукольца будем менять, на них
Единственная маркировка это вот эта вот. На этих то же самое. На вкладышах маркировки. Сейчас я покажу. Не знаю, видно, не видно. Ну, попробуем как-то вот так вот прокручивать. Вот. Это вот хорошие вкладыши. Ну, естественно, это заводские оригинальные вкладыши. Ходят они, в принципе, долго. Найти такие сейчас, кстати, очень большая проблема, но, в принципе, возможно. На этих вкладышах у нас, ну, аналогичная маркировка. С той разницей, что цифры только отличаются в оригинальном номере. Так, что хотелось бы сказать по поршневой. Вот они у меня поршня разложены. Первый, второй, третий и четвертый. С первого мы здесь верхнее компрессионное колечко сняли. Здесь отчетливо видны внутри следы нагара. Вот это вот все черное. Это все сажа. То есть это все накапливалось, пригорало вот внутри, в каналах. Видите? Тоже. Вот это все черное, это все сажа. Вот у нас есть поршень один вот, с пробитого блока. То есть вот так должен выглядеть поршень сам по себе. Как вы видите, здесь он выглядит вот так. То есть здесь уже доходила грязь до маслосъемного кольца. А маслосъемное кольцо уже не держит, поэтому, естественно, прорывались картерные газы. Это второй цилиндр. Второй цилиндр у нас по головке даже видно, что там текло масло. Причем текло его очень много, потому что все эти клапана отмыты и прочее. Это я сейчас тоже покажу. Это вот у нас третий цилиндр. Тут тоже подтекало масло. Вот эта часть, видите, отмыта у нас здесь маслом. Вот. Это четвертый цилиндр. Вот это все мы сначала вытащили, подумали, что это уже затертый поршень. Нет, это на самом деле нагар. Ничего в этом страшного. Вот смотрите, четвертый поршень, да? Вот. Самый голодающий, как правило, по маслу. И вот что с вкладышами. Ну, понятное дело, вот этот вкладыш получается у нас самый нагруженный. По износу мы маркируем, значит, клеймением. Здесь вот ставим клеймо, но это четвертый, сейчас другие еще покажу. Это направление к передней части блока, ну, чтобы потом не запутаться в сборке как. Но на поршнях здесь не видно из-за нагара, хотя нет, вот она эта точка слегка видна. Сейчас на другом поршне покажу. Кстати, вот это все масляно-антифризный нагар. Его тоже надо будет отмывать. Это я попозже покажу. Мы отмываем это шуманитом. Это наиболее удобный вариант. Но тут надо быть осторожным, потому что шуманит крайне агрессивен к алюминию, так как он щелочной. Вот, например, тоже третий цилиндр. Такая же история, да, у нас. Точки тоже не видно, хотя вот она. По большому счету. Вот. Теперь второй. Вот он самый отмытый. И вот эта точка, про которую я говорил. То есть это точка по направлению к передней части блока. То есть к маслонасосу. Ну, первый. Самый чистый, я бы сказал. Хотя и второй тоже не очень грязный. По вкладышам. Вот первый поршень. Тоже тут уже износ такой приличный. Получается у нас второй. Вот такая борозда прямо на вкладыше. И здесь то же самое. Третий. Ну, более или менее нормальный. Хотя тут вот тоже вот нагруженные вкладыши всегда страдают больше. Ну ничего страшного, вкладыши поменяем. Человек еще проездит. Кольца тоже сейчас приехать должны, кстати, с кольцами. Сейчас я покажу. Кольцами у нас история следующая. Мы ставим вот такие кольца. Это достаточно известная фирма. Вот. Эти кольца ходят
ну, по крайней мере, говорю, к нам люди не возвращались. Это кольца фирмы DAP. То есть я так понимаю, что вот эта компания, это дочернее предприятие DAP, потому что номер этих колец идет именно, пробивается как DAP. Сейчас я покажу. У нас тут есть. Это вот старые кольца тут остались. Это относительно неплохие кольца. Ну, то есть, это с вот этого поршня пробитого. Ну, вот они аккуратненько вот так упакованы, что очень хорошо. Потому что сколько раз мы заказывали а-ля оригинал, столько раз всякое барахло нам и приходило. Так что сейчас мы будем отмывать это все потихоньку. Все это отмоется. Потом покажу я вам результат нашей мойки. Сейчас мы сначала смоем все масло бензинчиком, а затем будем очищать шуманитом вот эти вот вещи. Потому что так это, естественно, оставлять нельзя. Так, теперь поговорим про коленвал. Коленвал, состояние у него отличное. Отличное. Все шейки хорошие, аккуратненькие, нигде задиров ничего нету. Единственное, что вот здесь вот от сальничка осталась такая располировочка. Но рукой она ощущается. В этом ничего страшного нету. А, кстати, вот оригинальный сальничек идет. Вот такой с войлоковой подкладочкой. Да, и оригинальный сальник имеет размеры 91 на 111 и на 11,5. Мы ставим Victor Reigns. У него размеры 90 на 111 на 9,5. На самом деле, сальник вот этот вот садится сюда очень хорошо. И он обжимает даже лучше, чем родной получается. Вот он садится. Там у него, естественно, обойма. Да, он немножко уже по сравнению с оригиналом. Но это ничего страшного. Зато он не едет по этой вот борозде. И все хорошо. Я говорю, вот сколько мы их уже поставили. Я говорю, ни у кого они не текли. Отличный сальник. Так что, если кто-то будет там заниматься заменой сальника, можете вот взять. Он садится очень хорошо и ничего не течет. Потому что заводской сальник... На самом деле, заводской сальник еще в очень хорошем состоянии, но вот уже обжимает он хуже. Но он не тек, все было хорошо. Мы поговорили с хозяином автомобиля, он сказал, говорит, меняйте. Я его предупредил, что мы будем ставить не оригинал, а такой. Он говорит, хорошо, смотрите, давайте на свое усмотрение. А так, в целом, по коленвалу мы, значит, промерили шейки. Эллипсности нигде нету, что тоже хорошо. Износ минимальный, все в допусках. В общем, ездить и ездить еще. Так, по маслонасосу. Значит, смотрим. Сальник у него уже течет. На самом деле, он и сальник сам по себе уже дубовый. По маслонасосу. Конструкция этого маслонасоса достаточно простая и, кстати, надежная. То есть износ, даже вот, как вы видите, небольшие борозды, они не будут критичны для этого насоса. То есть этот насос может работать очень долго еще. Пообщавшись с заказчиком, я ему объяснил, что в принципе насос нормальный, все хорошо, можно его оставить. Но он как бы предложил ему на его усмотрение. Если он сказал, что он доверяет нам, и мы решили, что мы, наверное, оставим этот маслонасос, потому что с маслонасосами сейчас тоже не очень все хорошо. Тяжеловато их поймать нормальные. Единственная проблема у этих маслонасосов, как правило, в случае, если что-то случается, это клапан, который стоит вот здесь вот. Его начинает подклинивать, в результате чего начинается масляное голодание. Но здесь мы сейчас отмоем этот масляный насос и проверим сразу, все ли с ним в порядке. А по поводу того, что сальник течет, я вот уже показывал. По распредвалам.
Ну, в принципе, я уже показывал. Здесь мы открыли все. Здесь все хорошо, все шейки аккуратненькие. Ну, здесь вот немножко есть, присутствует. Но это вообще не критично, это совсем мелочи. Вот. Для тех, кто соберется там сам, может быть, что-то делать, прокладку менять или еще что-то, не забывайте совмещать вот здесь точки, когда будете устанавливать распредвалы. И как раз это будет правильное положение распредвалов. Больше мне по распредвалам, в принципе, сказать нечего. Распредвалы в очень хорошем состоянии. Сейчас перейдем к головке, там покажу. Вот там больше интересного. Так, теперь поговорим о проблемах насущных. Головка. Значит, с головкой у нас проблемы следующие. Так как масло поступало во впуск в большом количестве, впускные каналы зачищены, прям отмыты. Здесь мы еще протерли. Выпускные каналы тоже очень много сажи. Вот здесь много масла. Вот здесь тоже очень много сажи. Вот в этом, это у нас в третьем цилиндре, выпускной клапан мы отсюда еле вытащили. Он весь был закоксован сажей. И очень тяжело вынимался. Здесь тоже такая же проблема. Все закоксовано. Теперь я сейчас постараюсь передать съемкой, как ему в прошлый раз тут фрезеровали головку. Я не знаю, кто тут чем фрезеровал, но, в общем, на фрезеровку это похоже мало. Такое ощущение, что они на шуруповер шкурку накрутили и им крутили. Опять же, непонятно, что головка, что блок были обработаны медной смазкой под прокладку. Зачем? Я что-то так и не понял. Мы так и не осознали. Ну, в общем, не знаю, чудеса какие-то. Кулибины. Теперь о проблемах насущных. Прокладки. Вот эта прокладка стояла на этом моторе. Вот, видите, она вся в медяшке. Зачем это было сделано, я говорю, опять же, не понимаю. Вот QR-код. Зачем-то заштрихованный номер. Причем вот у нас эталонная прокладочка, тут есть специально клиентам показываем. Вот теперь смотрите, какая разница. QR-код непонятный, по размерами меньше, шрифт нанесен неровно, в кривь, в кось. Какая-то пародия, в общем, на оригинальную прокладку. Пародия. Ну, не знаю. Это, в общем, фигня какая-то, а не прокладка, если честно. Потому что мы тут уже столько этих прокладок разных видели, уже, в принципе, отличаешь, где нормальная прокладка, а где барахло. Вот то, что у нас к блоку. Вот, по-моему, здесь. Вот здесь у нас было закоксовано что-то непонятно чем, медяшкой вот этой. Но, видимо, прокладка, если пробивала, то немножко. Где-то ее подсекало, но я скорее склоняюсь к тому, что из-за того, что прокладка сама по себе такая, а во-вторых, что головка непонятно как отшлифована. Мы попытались, тут есть у нас планка металлическая, посмотреть плоскость, и она как будто вот так вот сделана, головка. Щуп на 0,15 залезает спокойно, 0,20 уже не лезет. Ну, это уже много на самом деле. Теперь по блоку цилиндров. По блоку цилиндров. Сами цилиндры в очень хорошем состоянии, но здесь вот сверху очень большой. Здесь вот сверху очень большой буртик сажевый. Прям вот он очень большой. То есть, чтобы вытащить поршня, приходилось даже немножко постучать кияночкой по внутренним. Потому что вылезать они очень не хотели. Кольцом упирался здесь и все. Ну так в целом все хорошо поршневой. Завтра мы повезем это все в механику. Нам сделают холинговку сюда. Головку нам отшлифуют. Также проверят, ну, проверят плоскость, отшлифуют, опрессуют.
Там уже будет, конечно, видно, все ли с ней хорошо. И будем дожидаться, пока придут все запчасти, и будем потихонечку собирать. По клапанам и маслосъемным колпачкам. Вот я бы руки оторвал тем, кто ремонтировал мотор до этого. Вот такими мы вытащили два колпачка. Вот этот вот уже драный был, вот от него кусочек. Колпачки, кстати, все разные вообще. Вот этот вот тоже драный. Колпачки все разные. Коричневый, серый, черный цвет. Непонятно, кто что ставил. В чем могла быть причина того, что порвались колпачки? Их туда забивали. В прямом смысле слова. Потому что снимались они не очень легко. И, я говорю, суповой набор из колпачков. Какие-то уже твердые. Какие-то еще мягкие. Ну, в общем, я не знаю, где они их подбирали. Мы ставим комплект от Victor Reigns. Комплект, по-моему, от Mazda. Колпачки подходят. Сейчас не вспомню, от какой Mazda. Я потом приложу все номера в следующем видео, когда мы будем обозревать запчасти. Вот клапана. В целом, ну, как бы ничего страшного, конечно. Нагар, конечно, много. Вот тот самый клапан. Нет, обманул я вас. Вот тот самый клапан, на котором было очень много сажи. И это не есть хорошо. Потому что, я говорю, вынимался он с проблемами. Сейчас мы, естественно, все это будем замывать, очищать все эти клапана. Клапана будут притираться после того, как головка приедет. Сейчас мы будем тут потихонечку все подготавливать к приезду запчастей и прочего. Так что вот клапана, кстати, мы их не мыли, ничего. Вот они сняли, мы их в таком состоянии. То есть вот второй цилиндр, масло лило дуром. Я так как раз откуда были рваные колпачки. Поэтому еще одна проблема — масло. То есть это все будет очищаться, притираться. Ну, пока как-то так. Ну, наверное, больше мне сказать нечего пока на этой стадии. Сейчас мы будем все это отмывать, очищать и подготавливать к приезду запчастей. Ну, как приедут запчасти, я отдельно сделаю видео на запчасти. И также потом будет видео уже по сборке. Ну что ж, на завтра мы готовы. Вот уже погрузились. Коленвал у нас нежненько расположился вот здесь, аккуратненько обернули тряпочкой. Завтра это все поедет в механику, шлифоваться, ханинговаться, проверяться. Клапана, кстати, уже оттерли. По клапанам есть небольшие вопросы, а именно раковины. Здесь вот, например, видно. Да? То есть завтра попробуем ребят попросить, чтобы они аккуратненько их шлифанули, эти раковины. Ну все. К поездке на завтра готово. Вот. Моя ласточка. Тоже дизелек.